Казацкая свадьба для особенных молодоженов. В рамках благотворительного проекта для сироты-добровольца АТО и его возлюбленной волонтеры организовали торжественное мероприятие. 26-летний Андрей – сирота, воспитанник интерната. После его окончания не получил жилья от государства и 7 лет перебивался временными заработками, живя на улице вместе с братом. Встать на ноги помогли неравнодушные люди. Отслужив добровольцем в зоне АТО, встретил будущую жену, также сироту-воспитанницу интерната, с которой уже был хорошо знаком. Сегодня усилиями волонтеров и социально ответственного бизнеса для молодоженов организовали яркое мероприятие – казацкую свадьбу с посещением острова Хортица и торжественной церемонией в ресторане. Мы знакомы очень давно. Мы учились еще в школе. Вот. Просто судьба вот так с нами повернула поворот, что мы встретились только год назад. Вот. И я очень рад этому, что мы встретились, потому что очень долго ждал. Почти 16 лет. Сегодняшний день провести. Мы очень благодарны, что нас поддержали сегодня, организовали нам праздник такой шикарный. Хотелось бы, конечно, жилье какое-то, потому что мы живем в одной комнатке маленькой. У нас трое деток сейчас на данный момент. Цей захід має головну мету – привернути увагу до таких сиріт, безхатченків, доброволець АТО, тим більше, як Андрій. Він прожив 7 років у люку каналізаційному поблизу універмага «Україна» міста Запоріжжя. На жаль, це типові випадки. Перша мета – це таким заходом, таким грандіозним, привернути увагу, щоб надали житло від влади або меценатів-благодійників для 3 дітей і цієї сім'ї, без знедолених. Друга мета – це відкриття нічліжок будинків милосердя у місті Запоріжжя. Активисты надеются, что благодаря такому мероприятию к их просьбам прислушаются представители власти и обратят внимание на актуальную проблему.